Уральская аллея славы будет выглядеть по-новому. Сейчас вблизи колоннады рабочие демонтируют основания и стены высоких цветников. На месте устаревших конструкций установят новые. Бетонную опалубку для клумб покроют красным гранитом. Также частично обновят тротуарную шашку. Реконструкция коснется и памятного места с каплей нефти. Здесь заменят гранитный камень, обрамляющий постамент памятника советскому буровому мастеру Семену Урусову. Кроме того, рабочие отремонтируют ступени, выровняют дорожки и высадят цветы.